Здравствуйте, уважаемые читатели компьютерного портала f1cd.ru. Героиня нашего сегодняшнего обзора — электронная книга Wexler Flex One. Не имеет сенсорного экрана, в ней нет Android, модуля Wi-Fi и слота для карты памяти, но на нее все равно невозможно не обратить внимание. Почему? Потому что Wexler Flex One — первая в мире электронная книга на основе полимерного экрана и ink, основным достоинством которого являются гибкость и противоударные свойства. Противовес обычным хрупким и инк-экранам, в новом ридере в качестве основы используется не стекло, а полимерная пластина, на которую нанесен слой электронных схем, а сверху пленка из электронных чернил. Первое, что ощущаешь, взяв эту книжку в руки, — невесомость. Ридер весит всего 107 грамм. Это почти вдвое легче обычной электронной читалки с 6-дюймовым экраном. На момент тестирования это лучший результат в мире среди производителей ридеров. Внешний вид ридера также необычен. Корпус из пластика Soft Touch имеет неравномерную толщину. Он тонкий, всего 4 мм, но снизу под экраном расположено утолщение, около сантиметра, в котором и спрятана почти вся электронная начинка устройства. Если смотреть на книжку с торца, хорошо виден и изгиб корпуса. Он небольшой, но достаточный, чтобы придать внешности устройства изюминку и считать экран гибким. Задняя панель украшена футуристическим орнаментом, который, кроме эстетических функций, обладает противоскользящими свойствами. Все кнопки управления и единственный разъем microUSB располагаются на утолщенной части корпуса. Функционал у ридера стандартный. Это только книга. Начальный экран отображает обложки книг. В режиме чтения доступны два типа настроек. Первый вызывается однократным нажатием центральной ромбовидной кнопки и зависит от типа читаемой книги. Меню появляется в центре экрана. Второй тип настроек вызывается нажатием кнопки «Включение меню» на торце устройства. У левого края кадра появляются соответствующие значки. Книжка честно открыла все заявленные текстовые форматы и даже более того, смогла прочитать книжку FB2, заархивированную в ZIP. Открываются и PDF, и Дежавю. Итак, завтрашний день электронных книг, похоже, уже наступил. Возможно, уже через несколько лет мы с недоумением будем вспоминать тяжелые устройства с хрупкими экранами. Ведь идеальная книжка просто обязана быть легкой, надежной и недорогой. Электронная книга Wexler Flex One доступна для предзаказа на сайте производителя по цене 8990 рублей. За использование технологически уникального гибкого дисплея ридер Wexler Flex One получает почетную награду портала f1cd.ru «Инновация». Подробнее о гибком ридере читайте в нашем обзоре на сайте f1cd.ru в разделе «Электронные книги».